В двух саровских семьях в уходящем году появился 7-й ребенок. Стали родителями впервые 216 пар. Второй ребенок родился в 267 семьях. Всего за 11 месяцев в нашем городе зарегистрировали 606 новорожденных. По словам Марины Егоровой, этот показатель снижается из года в год. Для сравнения, в 2019 на свет появились 739 малышей. По популярности выбора имени, естественно, приоритет только у родителей. И вот по популярности выбора наших саровских мам и пап, среди мальчиков, конечно, лидирует опять имя Александр, Тимофей, Кирилл. Среди девочек очень часто называли София, в этом году Ева. Не обошлось и без редких имен. Мальчиков называли Иса, Фома, Лука и Эрик. Девочек – Лукерья, Евдокия, Илария, Аиша. Среди новорожденных в этом году лидируют мальчики. Их 363. Отрыв от девочек весьма ощутимый. Их родилось 243. Очень радует, что в 2021 году по сравнению с 2020 годом у нас есть увеличение на 52 супружеские пары. И составило это 338 пар. Из них 127 пар заключили брак в торжественной обстановке, а торжественная регистрация заключения брака на сегодняшний день она происходит при соблюдении санитарных норм, которые установлены указом губернатора Нижегородской области. В этом году зарегистрировали меньше разводов. 292 супружеские пары приняли решение прекратить свой брак. Из них 182 расторгли отношения по решению суда, 110 – по обоюдному согласию. Как правило, у таких пар нет общих детей, либо они достигли совершеннолетия. Что касается увеличения записей актов гражданского состояния по отделу ЗАГС города Саров, это, конечно, вот, государственная регистрация смерти. Хочу отметить, что количество записей о смерти превысило количество записей о рождении, начиная с 2017 года. У нас идет увеличение. Для сравнения, в 2019 актов о смерти зарегистрировали 964. В этом году умерли 1254 саровчанина. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.